Анатольевич, мы приготовили предложение по тебе, поэтому сегодня мы прогуляемся. Речь о чем, Руслан Ильич? Вот, допустим, вот эти машины, да, у нас сейчас паркинг есть. Слишком широкие, вот эти места для этих можно отдать больше для пешеходов. И променад НКЦ Кремлевской набережной, это универсиада, да, Баумана, то есть, ну, такой. При этом движение не убирается отсюда, но оно делается, как в мире делается, в один уровень для пешеходов. И безбарьерно. Да, то есть, вот коротко об этом здесь. А детали мы вам опять ушли. В этом самый главный вопрос. Потому что было три у них сначала идеи, а потом... Этаж без габер для. А я? И ну вот сейчас мы туда зайдем, вы посмотрите, мы оборудуем. Будешь?